Ну, всем приветики. Купила себе новый сетевой фильтр, потому что провод с моего старого удлинителя пошел на мою эту штуку. На него вот он провод пошел. Или нет, где он? Вот сюда вот провод пошел с моего старого удлинителя. Он был 1,5 метра, как раз сюда нормально подходит. Я просто разобрал удлинитель, коробку выкинул, а сам провод припаял сюда. И в итоге мой трансформатор теперь работает от провода с удлинителя. А себе купил вместо удлинителя сетевой фильтр уже на 5 метров. Он лучше тем, что у него есть защита от замыкания, от перегрузки. Плюс есть кнопка выключения и включения. Он такой классный. Нажимаешь, и кнопка загорается. И лампочка вот эта вот еще загорается. Вон она светится. Если в темноте, то видно, что она вот она. Все загорается. И кнопка, и лампочка. Плюс еще кнопка типа сброса какого-то. Press to reset. Нажмите для сброса. И это удобно. Вот горит типа лампочка. Опа, и она тускнет, позже гаснет. Плюс здесь еще отверстия закрыты. То есть туда ничего не попадет случайно. Вот если вытаскиваешь, допустим, оно закрывается. Оставляешь, оно нажимаешь, оно открывается. И туда входит. Но от моей лампы, от старенькой лампы, у меня штекер то есть туда не подходил. Он, получается, такой вот круглый был. Здесь кругляши были такие здоровые. И они просто сюда не залазили. Они, получается, упирались в эти железяки. Вот в эти железяки. Я спилил их, хотел вставить, а оно все равно не вставляется, потому что вот эта вот штука мешает и цепляется за вот эти вот штуки верхние. И тогда я решил, так как лампой я постоянно пользуюсь, заменить провод на более другой. Вот он, кусок провода. Там что это получается возле кровати. У меня как раз лампа стоит. И заодно это идет на светильник, на мой этот, как его. Ай, на ночник. И получается. А этот сюда подходит. Вот он идеально заходит. Вот. Как раз то, что надо. Поэтому. Но дело в том, что я думал. Я просто думал, что сделать. Обрезал здесь эти штуки и не вставляется. Потому что вот это мешает. Тогда я решил заменить либо провод полностью на лампе, либо сам штекер. Ну, в общем, сходил на кухню, там от зажигалки. На зажигалке был такой вот удобный штекер. Я его просто отрезал. Штекер от зажигалки. И от лампы вот штекер отрезал. И в итоге лампе штекер припаял к зажигалке. Там как раз... И уже заизолировал. Там как раз на кухне такая розетка, что, блин, вот типа такой. Туда что хочешь залезет. Вот, и уже заделал. И вот таким вот образом оно залезет на кухне. Там тоже такой типа переходник, тройник. Вот. А сейчас к лампе припаяю. Вот к лампе припаяю вот эту штуку. И она залезет сюда, и в итоге и лампа будет здесь работать, и зажигалка будет там работать. Вот такие дела. В данный момент я занимаюсь процессом пайки. И вот какие раньше были провода на советских вот лампах, толстые, здоровые такие, ну вообще на штекерах, и какие сейчас делают провода. Вот они, блин, тоненькие. Как это показать? Ну, они вообще какие тоненькие. Какие раньше были толстенные. Раньше прямо оно вон видно, такие толстые жилы. А сейчас все такое тоненькое. Это надо спаять. А вот у меня так расположен паяльник, лежит просто на полу. В коробочке стоит подставочка, рядом припой, вернее канифоль и припой. Ну вот, опаяю таким образом, что беру
окунаю провод в припой немного, в канифоль, чтобы он был такой весь немножко в канифоле, и тогда лучше на него ложится припой. А, правда, сейчас паяльник плохо разогрет. Он же подключен, этот сетевой фильтр, а я его щелкал только что. И из-за этого он теперь плохо греется. Ну, вернее, остыл. Что-то он как-то даже быстро остыл. И не хочет. Не хочет паять. О, ложишь, оно даже не плавит. Надо подождать. Ну вот, в общем, я одну уже пропаял. Вторую так же самое. Опускаем в канифоль. Прижимаем туда немножко жалом. Все, оно уже все в канифоле. Теперь набираем припой. И начинаем тоже водить немножко по... И все, вон оно уже берется. Уже берется с этой стороны. Взялось, переворачиваем с этой стороны. То же самое делаем. Просто припоем проходимся хорошенько по концам, чтобы, блин, вот это неудобно. Вот. Ну и все, вроде бы пропаяно. Все хорошенечко. Все. И вот уже два провода в припое. Теперь берем провода от нашей лампы. Они заметно больше. Я их, кстати, еще немножко ножиком зачистил. И опускаем тоже туда. Прижимаем. И тоже берем припоя немножко. Правда, они толстые, поэтому там немножко подольше держать надо. И припоя побольше желательно. Так, с другой стороны оно все прямо такое медное. Ну, сейчас станет все блестящее, типа хромированное. Вот. Один провод готов. Второй тоже опускаем. Прижимаем. Берем припой. И тоже... Блин, правда, дыма много. Идет с канифоли. Это из-за канифоли. Канифоль, когда плавится на... Нажали, она дымит немножко. Ну вот, ну в принципе все. Вот они, два провода уже. Все в припое. С двух сторон. Теперь соединить их надо. Между собой вот эти вот. Вот, мы просто берем два провода и спаиваем их. Причем, неважно, какой стороной, все-таки это же переменное напряжение. Это постоянно, там важно плюс-минус. А переменному не важно, плюс или минус. Оно... Блин, провод мешается. Надо его так положить, чтобы он не мешался. Сейчас я подумаю, как это сделать. Вот, я думаю, таким образом у меня получится это сделать. Просто тоже берем немножко канифольки, припойки. И просто прижимаю друг к другу их. Желательно, чтобы они так соприкоснулись хорошо. Все, одна сторона припаялась, теперь другую сторону. Так, сейчас посмотрим, как она припаялась. Ну вот. Нормально, по-моему, с этой стороны остой. И с той стороны тоже красиво все припаяно. Да, нормально. Так, ну а теперь эти два провода, они сейчас еще не припаяны, вот они. Но мы сейчас припаяем. Возьмем, тоже так ткнем сюда один раз, вдруг. Это, правда, оно уходит. А надо, чтобы не уходило. Вот, вроде бы оно замерло на одном месте. Так, с этой стороны, а с этой стороны оно вот так, то есть с двух сторон нормально.
Все, заизолировать только осталось. Ну, а для изоляции я просто беру изоленту, наклеиваю таким вот образом, чтобы она взялась так вот. И дальше начинаю поднимать. Туда уже катушка не пролезет, поэтому я отматываю большой кусок. Большой. Отрезаю. Отрезаю. Ну а дальше начинаю продевать внутрь и потихоньку мотать. Потихоньку заматывать. Правда, я взял слишком большой кусок, но тем не менее. Ну и вот получается, просто в эту сторону веду. Там где-то косяки получаются, но блин. Ну, в том плане, что они немножко толстая получается, накладывается друг на друга. Просто положил ровно, а начал мотать под углом. Ну и вот оно немножко где-то некрасивое. Но главное, чтобы заизолировано было. Вот. И также второй провод. На второй провод сразу заизолировал. Вот. Ну и дальше начинаю в бок. Блин, оно клеится. В бок мотать. Потому что... Ну, чтобы заизолировать этот провод, а вдруг я там где-то случайно резанул, там какая-нибудь дырочка будет. И потом оно закоротит еще или током ударит. Поэтому лучше лишний раз перемотать, чтобы быть просто самому спокойным, что никто тебя не ударит. Ни током, ни боком, ничем. И все хорошо будет. Все заматываем. И вот оно уже замотано. Ну и тут я еще мотану немножко, чтобы оно было оба провода замотаны. Хотя можно было, по сути, один заизолировать, но главное, что, чтобы замыкания не было. Если оно соприкоснется, будет замыкание. А один, когда мы заизолировали, все, замыкания уже не будет. И просто можно было, когда мы заизолировали, второй не изолировать, а по кругу просто замотать. Но я решил заморочиться и сделать вот так вот. И один заизолировал, второй заизолировал и сверху, и снизу. И все, я так вот замотал. Вот. А теперь еще и поверху можно сделать. Я обычно начинаю с белого. Ну, тут можно не отрезать уже. Тут как раз оно все пойдет по... Как раз как надо. Поверху. Вот. И тут удобно то, что самим мотком мотаешь. То есть просто идешь так вот поверху. Заматываешь. Чтобы это просто один провод был. Чтобы не болтались два провода. А чтоб один был. И просто мотаешь поверху. И все красиво получается. Уже более-менее получше. Выглядит, разве что видно, что сначала шел белый провод, а потом стал уже немножко желтоватый. Но на вид более-менее норм получится. Все, обмотали, можно обрезать. Кстати, этот ножик очень хорошо режет. Провода, изоленту. Все. Вот оно. Переход с одного провода в другой. Готово. Ну что, теперь можно опробовать. Вот идет провод с лампы. Видно, что лампа такая старинная. С нее идет вот провод. Идет вот он сюда. С нее переходит здесь в другой провод. Его мы вставляем в розетку. Так. И теперь на лампе нажимаем кнопку. О! Заработало. То есть вот эта наша штука теперь работает. А этот провод мы здесь не проверим, потому что он банально сюда даже не влезет. Вот оно просто не вставляется. Я хочу, но не могу. Вот. Поэтому его надо проверить через какой-то переходник. Кстати, вот это мы тоже так оставлять не будем. Мы это замотаем изолентой. Вот где у нас тут изолента? Просто поверху мотанем, чтобы такой дырки не было некрасивой. Вот. Мотанем немножко.
так вот приклеим и по краешку мотанем изолентой. Вот оно как у нас получается. С натягом немного, но зато красивенько будет. Никаких дырок, ничего. Оно и короче станет, и выглядит. Ну, оно и влазить будет в большие розетки. Ну, в больше розеток, чем раньше могло залезть. Потому что поменьше стал выключатель. Штекер, вернее, вилка. Ну вот. И не будет никаких некрасивых дырок. Все, теперь можно обрезать. Вот. Все, теперь по сравнению с тем, как было, с тем, как стало, большая разница. Вот оно какое стало. А было другое. Не очень такое красивое. А теперь уже получше. Вот и все. Делов-то. Единственное, что проверить теперь надо. Нашел я переходник. Такой вот. Сюда-то оно залазит. Вот. И сейчас вставим это вот сюда. Вот. Ну, а теперь проверим. Все, работает. То есть, получается, наша переделка. Получается, ну, видно, идет провод от лампы такой и перевращается в провод. Ну, начинается так, а заканчивается вот так. А этот наоборот. Ну, то есть, начинается желтым, а заканчивается белым. А этот наоборот, начинается белым, а заканчивается вот желтым. Оно и видно, что это такое новое, свежее. А здесь вон оно старое такое. Старенькое такое, тут новенькое. А здесь наоборот. Начинается таким новеньким, а заканчивается таким стареньким. Вот такая переделка. На этом все. Всем пока. Покедова.